Из 8 муниципалитетов и представителя МФЦ. И нам досталось такое направление «Поддержка малого предпринимательства». В угольном регионе поднять малый бизнес – задача достаточно сложная, но наша группа решила, что она выполнима. Описание команды представлено на слайде, я уже сказала. Список факторов, которые мы рассматриваем, также представлен на слайде, и мы сейчас подробно на каждом из них остановимся. Первый фактор – это качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки, оценка консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. Когда мы начали обсуждать, и первое, что сказали наши муниципалитеты, то практически вот в нашей команде не было центров поддержки предпринимательства как отдельного структурного подразделения. Но это очень важно и необходимо, потому что я сейчас возглавляю фонд. Я хочу сказать, что буквально за те 2 месяца, которые мы работаем, к нам пришло народу больше, чем за прошлые годы, пока этого фонд работал, ну, не в полном составе, когда там был один человек. То есть практически у каждого, конечно, в муниципалитете есть отдел, где есть специалист, который чаще всего зарплата от 15 до 20 тысяч, ну, соответственно, профессиональные навыки тоже невысокие. Решение принимает глава о создании этого центра и о выделении финансовых ресурсов. Ресурсы, конечно, тоже могут быть различные способы. Мы часто слышим о том, что новые муниципальные ставки не вводятся, но здесь может быть как и субсидирование через НКО, также может быть и бюджетное учреждение, автономное учреждение и другие способы. Ну и необходима, конечно, разработка стандартов работы этого подразделения, потому что, ну, все-таки каждый вложенный рубль должен приносить эффект. Здесь это мы ответственны, мы назначаем заместителя главы. Еще одна из проблем, когда мы начали обсуждать, потому что не только на уровне муниципалитета это проблема единого центра, но и на уровне субъекта. Да, есть государственный фонд поддержки предпринимательства, но у него в основном финансовая поддержка. Оказывать образовательную консультационную услугу на региональном уровне с оказанием услуг по экстерриториальному принципу у нас нет, но это у нас предложение, конечно, МФЦ, то есть это вот как МФЦ, также и здесь этот центр должен работать. Ну, конечно, инициатива должна идти снизу, то есть от муниципалитетов, может глава, также уполномоченный по правам предпринимателей, но решение все-таки, конечно, принимается на уровне субъекта, на уровне губернатора. И также должны быть единые требования квалификации сотрудников и разработка стандартов. Ну, эти полномочия мы отдаем департаменту. Еще одна из проблем, которая есть по этому направлению, это низкая посещаемость предпринимателями объектов инфраструктуры. Да, перед нами